Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня наш путь лежит в Киев. Ведь там похоронен святой Филарет Милостивый. А мы стоим накануне дня его памяти. Кто-то, кто уже хорошо знаком с житиями святых, может удивленно спросить, как, разве тот милосердный праведник, житие которого испокон веку было на Руси в каждом доме, нашел свое упокоение в Киеве? Ведь жил он в 8 веке в Византии, а Русь тогда вообще не была крещена. Все правильно, но только гораздо ближе к нам по времени, в 19 столетии, жил у нас на родине другой Филарет, не менее милостивый и не менее праведный. И даже был он митрополитом матери городов русских. Так уж совпадают имена и характеры людей. Что касается нашего Филарета, то с самых пелен был он каким-то особенным. Даже материнского молока не вкушал по средам и пятницам. В детстве его родной отец говорил: «Добрый он мой сыночек, Феденька-то, вот уж добрый-то. Дай Бог всякому православному иметь такую утеху в жизни семейной». Феденькой нарекли будущего иерарха в Святом Крещении. Феденька – это Феодор, а Феодор – значит «дар Божий». Вот и смотрели на него и родители, и учителя, как на отрока, посланного им самим небом. Впрочем, так, наверное, оно и было. Не успеет, бывало, учитель объяснить урок, а Феденька схватывает все на лету. Поэтому уже в 19 лет стал он самостоятельно преподавать греческий язык в духовной семинарии. А в 23 года стал уже ее ректором. Правда, некоторые правящие архиереи смотрели на него недоверчиво. Очень уж молод был архимандрит Филарет. Такое имя он получил после принятия иночества, а уже почти догнал их по сану. Но зато семинаристы его любили. Не ректор, а отец родной, говорили они всюду. И эта добрая молва неотступно следовала за отцом Филаретом по городам и весям нашей необъятной отчизны, где только не довелось ему послужить. И на родной Орловщине, и в Казани, и в Сибири, и все эти пути-дороги усыпаны его щедротами и милостями. Однажды доставили отцу Филарету решение о том, что возводится он в сан епископа Калужского. Само рукоположение прошло очень торжественно, но вот только выяснилось, что теперь надо ехать в Калугу, а у новопоставленного архиерея нет ни гроша за душой, ведь еще третьего дня раздал он все свое жалование беднякам и сиротам. Пришлось ему занимать деньги на дорогу у своего студента. Зато в лице его Калужская епархия получила настоящего пастыря. В Оптиной пустыне устроил он знаменитый впоследствии Свято-Предтеченский скит. Потом основал еще одну обитель, которой никак не могли найти название. Тогда владыка Филарет, улыбнувшись, сказал: «Пусть будет этот монастырь называться Добрым». Так и осталось за ним это имя. В 1837 году святитель Филарет был назначен митрополитом киевским. 20 лет до самой кончины занимал он эту кафедру. И не просто занимал, а изрядно потрудился на церковной ниве. Ведь в ту пору много униатов начало возвращаться в православие. А сколько было этому помех со стороны Рима! «Надивиться нельзя дерзости, гордыни и бесстыдству», писал в ту пору святитель Филарет, «с какими римский папа располагает нашими городами и назначает в них епископов». Господь наделил святителя даром чудотворения. Однажды был владыка в гостях в одном доме. Дочь хозяев, девочка-подросток, страдала каким-то недугом и, словно немая, не могла проронить ни слова. Святитель не знал этого и обратился к ней: «А как тебя зовут?»
доброе дитя. Каково же было удивление родителей и всех присутствующих, когда девочка твердым и ясным голосом вдруг ответила: «Маша», и с той минуты стала говорить. Предсказал владыка и собственную кончину. За 2 года до смерти написал он в кабинетном календаре: «Получил я радостную весть об отшествии моем ко Христу в жизнь вечную». В эту вечную жизнь и вошел святитель Филарет, тихо предав свою душу в руки Господни. Милостивым его прозвали еще при жизни, но и по отшествии в мир иной остается он таковым и оттуда благотворит людям. Потому, наверное, нам так радостно в этот тихий зимний день. Храни вас Господь, мои хорошие.